эти дети не боятся сложных трюков, высоты и большой сцены. Central Asia's Got Talent. Давайте узнаем, как проходила подготовка у Театра чудес. Моя золотая кнопка. Театр чудес – уникальный коллектив. У меня сложилось впечатление, что они показали очень много крутого во время прослушивания. Как они себя поведут в полуфиналах? Вот это, мне кажется, самая главная интрига, которую все ждут с нетерпением. Моя семья, когда нас показали по телевизору, все бабушки, дедушки, они просто там в обморок упали. Мы на полуфинал приготовили спектакль «Сказки на ночь». Особенность этого спектакля – все дети должны знать то, что у каждого ребенка есть свой ангел, и ничего не бояться. Болото, ремни. Будем делать трюки опасные, без страховки. Проделана работа, долгая работа, к этому шли долго. Я уверена, что они заслуживают, чтобы за них проголосовали зрители. Я думаю, что дети хорошо себя показали в первом туре и, надеюсь, покажут в дальнейшем. Воздушная гимнастика для меня – это отдых. Когда я занимаюсь, набираются больше сил, радостная становлюсь, подбадривает. Это жизнь, это будущее. Что для вас попадание в гонки? Это для нас радость, счастье. Просто счастье, неожиданность. Вы необыкновенные. Вы подкупаете своей харизмой, такой, знаете, неординарностью, своим талантом, необыкновением, такой трудоспособностью, целеустремленностью. Вы большие молодцы. И сегодня, зная, что вы перешли во второй тур телевизионного шоу Central Asia's Got Talent, я хочу вам пожелать, не останавливайтесь на достигнутом. Идите вперед. И пусть удача всегда будет с вами. Это видео нас очень хвалили, даже перехвалили. И мы очень сильно постараемся оправдать эти слова. Ты тоже талантлив и хочешь стать популярным? Тогда снимай видео в iTube. Набирай популярность и монетизируй творчество. iTube. Все свои. Смотри и снимай. А на сцене история борьбы добра и зла от Театра чудес из Казахстана. Thank you.
Я думаю, что это еще не все. Это еще не все. Я в восторге. Спасибо. Серик, мне показалось, или ребята, получившие тебе золотую кнопку, замахиваются на славу цирка Дю Солей. Совершенно верно. Ты прям предвосхищаешь мои мысли. Это прекрасные дети, которые делают уникальные трюки, замечательные постановки, просто какие-то невозможные по разнообразности номера, которые достойны просто, ну, я думаю, не ошибусь, мировой славы и известности. Спасибо огромное за это талантище, которое вы нам демонстрируете. Спасибо большое, нам очень приятно. Спасибо. Невероятно крутой номер, волшебный. Мы попали в настоящую сказку. Вы настолько красиво, круто, экстремально выполнили этот номер. Опасные трюки, вот для вас это просто вот и все. Номер шикарный. Вы совместили все элементы. То есть была драматургия, да? То есть это борьба там, зла и добра. И, вот. И наша девочка вот в конце, она так повернулась, говорит, ангелочек сидел у ее ног. Она улыбнулась и сказала, значит, все хорошо, я могу спать спокойно. Но в жизни так и есть. Привет тебе, спасительница, как ты раскидала всех, а? Да, кстати, да. Я вот хотела тоже отметить, что ангелочек появился неожиданно, шокировала нас всех. И вы заметили на мимику ее лица, как она изображала, как она да. стояла над девочкой, над нашей героиней, охраняла, а потом взлетела. А сколько лет нашему ангелочку? Мне 9 лет. 9 лет, и тебе не страшно было делать такие опасные трюки? Нет, мне не страшно. То, что девчонки делали на высоте, да, это очень было красиво, очень технично, мы очень переживали. Это было очень прям зрелищно. Браво вашему руководителю, который поставил вот все эти танцы. Экран нового Galaxy S22 Ultra оживляет картинку, подчеркивая мельчайшие детали с максимальной яркостью. Galaxy S22 Ultra – первый среди сильных.